Имидж – это то, как нас воспринимают окружающие. И не то просто, как нас воспринимают, а как мы хотим, чтобы нас воспринимали окружающие. Профессионализм, понятие надежности, понятие стабильности, уверенности в себе, с другой стороны, креативности, динамики, может быть, амбиции, перспектив. Это все понятие внешнего вида. Понимаете? Поэтому передача снять это немедленно, не можно приговор с точки зрения имиджа, не является правильным и грамотным. Это больше стилистика. Стилистика – это взять и переодеть. Тут причесать, тут поднакрасить, тут вот что-то вот как-то прибарахлить, да? Это больше вот понятие стиля. Понятие имиджа – это более психологическое понятие. Имидж создается именно, имидж больше востребован в политике. Да? Когда нужно создать образ, например, надежного, да, или образ успешного, или образ потенциального. То есть разные политики у нас бывают разные. Если вы вспомните политическую кампанию Путин-Медведев, когда Медведев шел на смену Путина, а потом, когда обратно вот это вот все было, то и проследите чисто по внешнему виду визуально, это будет вот с одной стороны два разных человека, а с другой стороны, найди-ка 10 отличий. Это очень грамотно. Это была очень грамотная политическая кампания. Очень-очень. И это именно имидж. Дальше чего идет у нас? Рисунок. Между прочим, тоже имеющий очень большую психологическую нагрузку, имиджевое значение. И только потом идет крой и фасон. А уже потом идет сортировка гардероба и поход по магазинам. Чем черно-белый.